Сообщите нам о нарушении ваших прав, предлагайте темы для материала, а также говорите напрямую, если найдете ошибки или неточности. Начал работать чат-бот для связи с редакцией нашего телеканала Freedom «Обратная связь». Находите нас в мессенджере или переходите прямо, отсканировав QR-код, выведите его на экране. Пресловутый отряд «Шторм», созданный Минобороны России для прорыва наиболее сложных украинских оборонительных позиций, был отправлен в подвал. Российские военные ранее жаловались на приказы командования, которые повлекли гибель личного состава, а также на отсутствие выплаты и большие потери. О помещении в яму стало известно со слов родственников солдат. Где удерживают подчиненных российское командование и что ждет в будущем узников подземелья, расскажем в сюжете. В отношении нас уже готовятся взыскательные меры. В том числе нас обещают закрыть в подвалах, проводить беседы один на один. Вот такие вот у нас условия. Так называемая яма. 13 человек. Яма. 13. Это... Центр восстановления психического здоровья. Так российские военные начальники называют подвалы, места, куда отправляют своих подчиненных, отказывающихся выполнять приказы. Бойцы пятые сутки сидят в подвале. Командование не снабжает ни едой, ни водой. При этом постоянно угрожает и оказывает давление. Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче. За... то, что приказы там не исполняют, за то, что человек не пил пару стопок. И так избивают. И вот так избивают. С ноги. Лично командир полка сам. Лично командир полка. Яма в селе Зайцево Луганской области – одно из 15 мест, где удерживаются российские военные. Об этом стало известно из публикации издания «Астра». В таких тюрьмах российские оккупанты спят на досках, нужду справляют в бутыле, а единственный источник света там – маленький фонарик. Вот так вот сидим вторые сутки по приказу замполита. На днях 24 мобилизованных из подразделения «Шторм», созданного Министерством обороны для прорыва наиболее сложных участков фронта, оказались в таком подземелье. Спасите нас, все грязные, спасите, не мытые. Они отказались выполнять смертельные приказы некоего командира Рукавишникова. Об этом сообщили родственники российских военных. Командир полка Рукавишников позывной «Утес» отправляет военнослужащих на выполнение задач, в результате которых возможна только смерть. Или необходимо пересечь минное поле, которое обстреливается снарядами. Ребята отказываются от выполнения такого задания, бьют тревогу. Здесь находятся остатки отряда «Шторм» 5-й бригады 1-го корпуса 8-й армии. Ранее военные из отряда «Шторм» записывали видеообращение к российскому руководству. Жаловались на условия службы, приказы командиров, отсутствие выплат. Личный состав боится выходить на передовую, так как нету ни поддержки, ни авиации, ни техники нету. Чего вообще, для чего нас посылают? Просто тупо как мясо. В прошлом году в лагере Зайцево удерживали около 300 российских мобилизованных. Им угрожали, не кормили, не позволяли мыться и не оказывали медицинскую помощь. Известны факты применения пыток. Сказали посреди поля рыть яму. Я так понимаю, что рыть яму, ну чем руками, потому что они шли без ничего. По словам мужа, он остался с напарником и вдвоем рыли эту яму. Других 7 человек отправили в том же поле, только какая-то подземка, где находятся 200 человек. Просто бросили как скот. Как минимум 3 свежих пленных из «Шторма» в этом месяце пропали без вести. Родственники создали петицию с требованием вернуть российских мобилизованных из внутреннего плена. Результата этот сбор подписей не имел.